на ход была адресована передача Олегу Гарину. А сейчас уже, как говорится, пирамида повернулась. Вот это уже опасно. Нужно Дякле Дякову исполнять. Нет, нет. Можно играть, свисток молчит. Хотя даже отсюда мне было видно, что спартаковца явно придержали за майку рук. Москва. Хорошая передача. Еще дальше. Горьков. Что, пенальти? Вот это да. Спартаковец коснулся мяча рукой или нет? Дмитрий Хлестов. Его действия. Что на повторе? Что показывает нам замедленный повтор? Передача на Дмитрия Горькова. Подключение его к атаке. Вы знаете, мне трудно сказать. Мне трудно сказать, но я могу сказать совершенно точно, что судья этого матча не изменил свое решение, несмотря на то, что на него определенное давление, но он и имеет на это право, оказывает Виктор Анопко, он капитан команды. Правда, туда подошел, еще вмешался в этот диалог Валерий Карпин. Но вот могу сказать также точно, что у мяча находится Сергей Подпалый, а он ни в прошлом, ни в этом сезоне с 11-метровой отметки не промахивался. Штатный пенальтист клуба, капитан московского «Локомотива», держит в руках судьбу этого матча. И, может быть, судьбу медали чемпионата России. Разбег, удар. Все. Это трагедия. Безусловно, это трагедия. Не хотя, я думаю, что никто ни в раздевалке, ни после этого матча не сможет упрекнуть Сергея Подпалова.